Наделять российских миротворцев в Карабахе мандатом ООН нет необходимости. Баку и Ереван согласны с модальностями их работы. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Он назвал российский миротворческий контингент гарантом поддержания стабильности. Задачи миротворцев четко зафиксированы в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, отметил Ильичев. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Москву поднять в ООН вопрос Карабаха. По его словам, России следовало бы инициировать совместно рассмотрение вопроса наделения российского миротворческого контингента мандатом ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента. Высказывания Пашиняна вызвали неоднозначную реакцию и в армянском обществе. Премьера обвинили в антироссийской политике. Жители страны назвали политику Еревана предательством по отношению к Кремлю. Что нам даст отказ от России? И кто в таком случае будет помогать? У нас есть другие союзники? Кому мы, армяне, нужны? Мы можем надеяться только на Россию. Не надо отказываться от российских миротворцев. В прошлом Россия нам неоднократно помогала в беде. Будет же некрасиво, если мы от них отвернемся. Не надо забывать, что в России проживает более 3 миллионов армян. Нужно и о них думать. Почему мы должны отворачиваться от России? Мы же не такие глупые. Политика против России не поддается логике. Что нам теперь, перестать дружить с Россией и сблизиться с Турцией? Наши власти, кажется, именно этого и хотят. Мы против. Тем временем в армянском обществе далеко не все считают Россию союзником. Кроме того, звучат призывы выйти из ОДКП. Москва и военная организация, заявили жители Армении, не оказывают армянской стороне необходимую поддержку. Многие возлагают свои надежды на гражданскую миссию Евросоюза. Европейские наблюдатели считают, в Армении успешно заменят российских миротворцев. Конечно, нужно отказаться от России и ее миротворцев, предлагая любую страну, кроме России. Россия плохой друг. Я против России, нужно отказаться от отношений с ней и искать новых союзников. Я не согласна. Думаю, от России нам нет пользы. Нужно ей противостоять. В Москве старания Еревана привлечь в регион новых миротворцев неоднократно высмеивали. Комментируя слова армянского премьера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон.